всем привет! Мы на Солонечном. Я думаю, это отличное место для тренировки. Попрыгали, покатали, там едем дальше. В одного катаю, собственно. Просто немножко потренироваться, но что-то сегодня именно прокатиться хочу. На какую-нибудь горку залезть. Что-то спуск-то вообще дикий. Очень-очень крутой. Интересно, красиво, прям вообще лепота, да? Березка, вдали белки, красивейшие. Сейчас мы на зеркалочку их заценим. Прям вообще лайка хочется поставить, не правда ли? Со всех по лайку давайте, ребята, вот за эту всю красоту, за нашу русскую березовую, почти березовую рощу, за чудесные белки на дальнем плане. Такая вот тренировочка у меня. Катал я спокойно по горам, тренировался, а меня тут наш местный эндурист спалил. Говорит, поехали на вышку, хватит там газовать. Я очень удивился. Я считал, я далеко уехал, и никто меня не видит. Собственно, вон она вышка. Заедем ли мы туда, это большой вопрос. Но попробовать хочется. Даже дорога просматривается на самый верх. Похоже на то, что есть дорога. Когда мы ездили, не было никаких дорог, намеков даже. О! Держи. Давай, давай, Ванек. О, зарядил. Нормально. Давай, давай, напрямую выходи. Давай к газу. Открывай. Ух. Ух, канавы. Ух, ёб твою. Шумать. Нет. Нет. Ну, подожди, я сейчас вылечу туда. Попробуй. На себе! Прям
Прям сюда заехал, прям напрямую. Да, ну круто. Сейчас еще вон туда куда-нибудь проехать. О, Ванек, пошел. Давай. Эх, не хватает. Вот такая тренировка. Развернула. Не знаю, Ванек вряд ли, наверное, сюда поедет, потому что здесь, ну, как бы жестко. О, да, вы посмотрите на эту красоту. Супер. О, на 125-м мы целый день вот здесь выебывались. Стелс на стоковой лысой резине. И я на 125-м вот так диагонали вырезали. Здесь прям просто тупо напрямую. Вот она, будачиха красавица, вообще классная. И, собственно, сейчас добежать немножко. И все, я красавчик. Yes, супер. Вышка сотовая, высоченная. Не планировали мы сюда попасть, но мы здесь. Вот такая тренировка, настоящая, горная, офигенная тренировка. А, какое дерево, вы посмотрите на это просто. Вот это дерево, кедр какой-то карликовый. Короче, подъехал я прям вообще, вот она вышка, вот он мод. Прям, ну здесь просто тупо скалы. Можно было еще здесь пропрыгать, но зачем, вот, все. Заехал прям на вышку, короче. Все, спускаемся. О, Ванек еще пытается подняться. Молодец, не сдается, чувак. Ну, блин, мод, конечно, не тот все равно. Вот этот мод, в частности, для вот таких преодолений, таких подъемов хорош, то, что он не переворачивается. То, что я просто к рулю прилег и иду. Был бы легче, был бы короче, переворачивался бы постоянно, как 125-ка. А на этом идешь, и все. Я даже не ожидал, что у меня так все получится. Жалко не передать этого подъема GoPro, но он реально очень крутой. Вот, собственно, и вот такая замечательная тренировочка у нас сегодня вышла. Прям офигенная. Потому что реально, когда ты катаешь, ты все равно тренируешься. Всегда скилл прокачивается. Попрыгал, покатал, но здесь подъем вообще пипец. Все, а теперь катим домой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Красота!